Сегодня на улице Анахойская было чересчур многолюдно. Спасатели нагрянули в десятки домов. Они проверяли печки, проводку и электрооборудование, раздавали памятки, проводили инструктаж. Нарушений выявили немного. К примеру, в этом деревянном доме спасатели не увидели притопочного листа. Почему недостатки вам указать? У вас, допустим, вот трещины? Да, это все каждый год. Даже бывает, что два раза в год. Притопочного листа как такового? Есть. Размером он должен быть 50 на 70. Основные причины пожаров – это курение в постели, неправильно сложенные печи, а также несертифицированные приборы обогрева. Спасатели говорят, что с начала года потушили более сотни пожаров по всей республике. Это в два раза больше, чем за тот же период в прошлом году. В январе 2016 года произошло 126 пожаров, при которых погибло 17 человек, получили травмы 6 человек. Из них половина пожаров практически произошла на территории города Улан-Удэ. Это 53 пожара, погибло 9 человек. Получили травмы 6 человек. Рейды в зимний период проходят ежемесячно и, по словам специалистов, дают положительные результаты. Тот, кто однажды уже был увлечен в нарушении, старается исправить ситуацию. После проверки сотрудники МЧС наглядно показали, как правильно тушить огонь. Все нарушения, которые спасатели выявляют во время своих обходов, они передают в городской комитет ПЧС. Сергей Шаров, Даржи Чайдопов, новости дня.